Родственники пропавших без вести армянских военнослужащих на автомобилях перекрыли все подъезды к Минобороны. К зданию ведомства стянуты силы полиции. Территорию также контролирует военная полиция. Как передает канал 13 со ссылкой на армянский сайт Fact.info, родственники без вести пропавших военнослужащих после долгого молчания констатировали, что так и не дождались обещанного решения. Как пишет издание, родственник одного из пропавших без вести военнослужащих Арсен Гукасян в прямом эфире со своей страницы Facebook ранее сообщил, что они снова планируют прибегнуть к решительным действиям. Около месяца назад родственники аналогичным образом перекрыли подступы к Минобороны. Пятерых протестующих принял министр обороны Армении Вагарша Карутюнян. Родственники без вести пропавших армянских военнослужащих сегодня вынуждены были пойти на тот же шаг, поскольку, как отметили они, обещания не были выполнены. Они обещают проводить акцию до тех пор, пока вопрос не будет решен.